Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в камерном зале Казахской государственной филармонии имени Жамбыла на концерте «Времена года». Не случайно название концерта звучит именно так. Ведь сегодня мы услышим непревзойденные сочинения великих композиторов, чье творчество разделяет почти 200 лет Антонио Вивальди и Астора Пьяццолы «Времена года». Один из крупнейших композиторов эпохи барокко, Антонио Вивальди, вошел в историю музыкальной культуры как создатель жанра инструментального концерта. Вечер открывает самый знаменитый концерт Антонио Вивальди «Времена года». Thank you.
наслаждаться музыкой Астора Пьяццоллы. Астор Пьяццолла, Отоно Портело, осень.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
большой сюрприз. В дуэте с Галией Бисингалиевой выступит скрипачка Адина Бисингалиева, лауреат конкурса «Алматы Мьюзик Стар», обладатель первой премии, педагог Виктор Бардашов, музыкальная школа имени Ахмета Жубанова. Казахская народная песня «Ах, Сесар». Давайте поприветствуем. Дирижер, заслуженный артист России Евгений Пушков, который сегодня здесь с нами.